А Пробег и крики – это заветный. На третьем месте белизна. На четвертом месте палех. Где в борьбе ведут крикет и заветный, на третьем месте белизна. На четвертом месте кинотавр. Тут же кубанец. Четверть пройдена за 28,9 секунды. Вот это да! Белизна идет по дистанции неправильным ходом. Бег идет. Заветный тут же крикет. На третьем месте неправильным ходом белизна. На четвертом кинотавр. Тут же кубанец. Четверть пройдена за 29,6 секунды. Лидируют в борьбе крикет и заветный. На третьем месте неправильным ходом белизна. На четвертом месте кинотавр. Тут же кубанец. Бег в борьбе ведут крикет и заветный. На третьем месте неправильным ходом белизна. На третье место выходит кинотавр. Тут же кубанец. Четверть пройдена за 30,5 секунды. Спалил палец. Впереди крикет, на втором месте заветный. И убегает от него. На третьем месте кинотавр. Тут же кубанец. Вверх идет крикет. На втором месте заветный. Спалил кубанец. На третьем месте кинотавр. Вверх идет крикет. На втором месте заветный. На третьем кинотавр. И впереди крикет. Thank you.